Добрый день, друзья! Сегодня будем смотреть обзор предложений и цен на минивены, как дешевые, так и дорогие, разных производителей. Где какой автомобиль снимался, как всегда вы услышите в процессе обзора, адреса площадок найдете в описании к этому видео. Друзья, в этом обзоре не будет минивенов японских и корейских производителей. По ним в ближайшее время будет отдельный обзор. Друзья, если кто-то еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать свежие обзоры. А также подписывайтесь на второй канал «Автотуризм. Путешествия автомобилей» и на личный блог. Приятного вам просмотра! Chrysler Town Country 2015 года. 3,6 литра бензин. Автомат, кожа, пробег 147 тысяч, цена 11 900. Ford S-Max из Дании, 2011 года, 2 литра дизель, автомат, кожа, пробег 220 тысяч, цена 7200. Небольшая вмятинка на правой задней двери. Volkswagen Charan 2013 года, 2 литра дизель,
автомат, кожа, люк, пробег 203 тысячи, цена 9600. Вмятинка на правом заднем крыле. Поцарапан немножко бампер. И вмятинка на водительской двери. Друзья, все обзоры минивэнов вы сможете посмотреть, нажав на подсказку, которая сейчас появилась вверху на экране. Citroën C4 Grand Picasso из Франции. 2009 года, 2 литра дизель, автомат, кожа, люк, пробег 270 тысяч, цена 3200. Ford S-Max из Дании, 2011 года, 2 литра дизель, механика, цена 4750.
Dodge Caravan 2012 года. 3,6 литра бензин, автомат, пробег 112 тысяч, цена 6300. Поцарапан капот. Царапина на крышке багажника. И поврежден задний бампер. Поцарапана водительская дверь. И передний бампер тоже зацеплен. Ford S-Max из Германии. 2010 года. 2 литра дизель. Механика. Пробег 193 тысячи. Цена 4200. На правой передней двери небольшая вмятинка. Chrysler Pacifica 2017 года. 3,6 литра бензин, автомат, кожа, пробег 83 тысячи, цена 18 тысяч евро. Thank you.
Dodge Caravan 2014 года. Бензин 3,6 литра, автомат, пробег 150 тысяч, цена 7500. Ford Galaxy из Германии, 2007 года, 2 литра дизель, механика, пробег 191 тысяча, цена 4700.
Друзья, на этом сегодняшний обзор закончен. Смотрите канал, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на второй канал «Автотуризм. Путешествия» и на личный блог. Ссылки в описании к этому видео. Всего доброго! До следующих обзоров!